Ой, ё-моё, весь в снегу. Ох, блин. Так, первый выезд после модернизации коробочки нашей. Были проблемы с коробкой. Вот. Решили доработать бублик и саму коробку фрикционную покруче сделать. Сейчас поедем так, не покатушка, а так просто тест сегодня. Подключили убедишку, чтобы смотреть все ошибочки. Сразу, если что, исправлять. Сделали вот такие датчики температурные. Один на коробку, один на двигатель. Сюда установили кнопки. Свет нештатный, вентилятор, блокировки. Сейчас поедем попробуем где-нибудь побуксовать. Надеюсь, не застрянем. Взяли только лопату. Ну, на всякий случай, есть лебедка. Если уж прям совсем край. Пока ждем нашего друга, товарища, пока пошел в магазин за покупками. Хотел немножечко еще вам показать обновление своего Патриота. Ну, вот такие датчики с этим, получается, с карбончиком. Карбоновые пластиковые крепления на, получается, идет на боковую рамку. Кнопочки тоже, ну все с AliExpress, конечно, так же как и датчики. Что у нас? Вентилятор, свет передний, задний, все включается, отключается отлично. Наклеечки только осталось еще поклеить. Получается, такие наклейки. Поставить беспроводную зарядку. Да, еще вот эту беспроводную зарядочку настроить. Здесь у нас такие коврики еще Эва заказали. Потом отдельно на них обзорчик вам покажу. Сейчас в данный момент тестируем коробку. Ну, вот подключили OBD-шку с AliExpress. Купили программу лицензионную, платную, там 1000 рублей она, что ли, стоила. Сейчас вот будем смотреть температуру коробки, температуру двигателя, наблюдать. Так как датчики у нас установлены в разных местах, один в самой коробке, другой, получается, на выходе возле радиатора охлаждения. Вентилятор добавили один от приоры, от калины, точнее, на радиатор охлаждения жидкости, не жидкости, а масло коробки АКПП. Колеса стравили на 0,5. Не знаю, слышно вам, не слышно, как гудит сильвера.
наш трек, где мы обычно катаемся на взлетку. Трек наш засыпало конкретно. Дурачок, а. Аж рост хрустит, слышно. Его засыпал. Это звуки какие-то странные были. Да. Да, как будто отсечка, что ли, была. Отсечка была, да? Может быть. Температура нормальная. Сколько температуры там? 83 коробки, да? А двигатель? Двигатель 105. 105 движок. Что, давай еще что-нибудь. И дальше поедем. Да, поехали. Дальше поедем. Хотим засадить УАЗик. Так, сейчас хотим проверить проходимость. Патриота еще ни разу не проверяли в снегу. Это еще, ребята, 35-е колеса на сильверах. Ему пипец как тяжело пробивать. Сам идти-то здесь не могу, блин. Проваливаюсь по колено. Все, походу, дело. Присели. Копать будем. Да. Колеса просто болтаются. Вот теперь сели конкретно. Они пустые. Пустой лес вообще. Спереди вообще пипец. Просто зарылся. Дел, короче, по номеру, блин, снегу. Жесткий снег, а тут получается
Сейчас будем копать. Самая неприятная часть — это откапывать УАЗик, когда он повис уже просто на пузе. Одну сторону откопали, сейчас вторую откапываем. Короче, на заднем плане нас увидели, что мы застряли. Патриот вот вдалеке тоже хотел нас спасти, видимо. Заехал и даже 5 метров вроде не проехал. Остался. Сейчас вроде откопались. Будем пытаться выезжать. Фу, как тяжело копать. Нет, надо передок копать еще. Че еще передок? Ну. Так, вот передок копнули чуть-чуть. Пошел. Роет опять. Давай вперед. Назад. Есть, вылезли. Жесть, тут просто не просто вязнешь просто в этом снегу, не просто проваливаешься, а вязнешь. Он, видимо, это сверху пушок, а внизу глина, как глина, блядь. По ходу дела покатухи отменяются, потому что просто здесь нечего делать. Ждать, пока снег подтает. Не, ну просто смотрите, реально вот лопата вся проваливается. Здесь вот можно погонять еще. Здесь вот притаптывали с прошлого раза еще. Сейчас лопату. Блин, DJ Osmo не приближает. Конечно, но там вообще просто красиво смотрится в снегу Патриот. Опять сели на твердый снег. Где-то местами бухляк, местами вот такой вот прям как камень. Здесь подсели. Ага, все, копали опять. Потихоньку, медленно. Thank you.
Ну вот тут надо тихонько. Вот тут глубоко. А нет, так местами. Снегоходы. Поехали. Сильно срывать тоже особо нельзя. Сорвешь, все что осядешь мостами. Ё-моё, в отсечку просто движок. Пиздец, бля. Страшно смотреть на страны. Вообще бешеная машинка какая-то. Снегу. И камера зависла вроде. Нет, снимает. Всего обсыпал снегом. Ты меня всего засыпал, блин. Блин, что это за бешеная машинка такая, ё-моё. Да, вот распахали здесь. Ребята, вот, вот так вот у меня сейчас в Патриоте обстоят дела. Такая вот зеленая подсветочка. Здесь зеленые кнопочки. И вот они.
доп кнопки, которую мы установили. Здесь шайба кнопочки. Здесь. Была бы, конечно, вот тут еще подсветка зеленая на датчиках, было бы вообще круто на руле. Считаю тоже. Такие. Ну, как-то так.